целях, если Форрест с ним не согласен, как и вроде бы обыватель, просто зритель, да, по понятным причинам, да, но это прикольно. Next level этого у Налака, да, у Налака максимально эгоистичный, он вроде как... Ладно, давайте лучше посмотрим этот файт. Блин, все-таки проигрывают. Ладно, этот чел, мне кажется, самый, наверное, ай-яй-яй, что это за фигня с обезьянкой выскакивает? И всем привет! Сегодня я продолжаю смотреть «Легенду о Корре», смотрю 10-ю серию 3-го сезона. Напоминаю, что на Бусти к этому времени, скорее всего, уже вышел весь 3-й сезон, мы там его досмотрели, потому что там, в каком-то целом, да, там эта серия повествования идет вперед, поэтому как раз 10-я, 13-я серия нас, скорее всего, можно смотреть закончить. Поэтому в описании сможете туда, если хотите, перейти. Вот, продолжаем пока смотреть Корру. Прошлая серия, ну реально, начался эпик, он как бы и до этого был. Но последние эпизоды начались мутки уже с Захиром совместные. Наконец-то Мичел себя проявил во всей красе, рассказал мало того, что о своей мотивации, так и эту мотивацию попытался, собственно, реализовать. Да? Его такие достаточно, я не знаю, как даже взгляды описать, вроде как смотивированные, но при этом достаточно анархичные у него. Но ясен, понятно, он стал зрителю, это точно, да, как он мыслит и какие у него приоритеты. Вот, поэтому с его новым красным лотосом познакомились, и, конечно, было крышесносно в этом плане этих сюрпризов. И в конце Корру забрал от земли твою мать. Все-таки это не осталось незабытым. Я, помните, предполагал, появится ли она еще, или все про нее забыли, и точка. Ни хрена, видимо, ее склад еще будет внесен, а Полина с Мака забрал, собственно, Захир. Поэтому предфинальный какой-то капитет у нас получился, я не знаю, как будет спасаться вообще. Но узнаем. Без лишних слов.
вашего вообще? А, еще и Тачак, там же еще всех по сексе опять везут. Ну нахрен. Опять вот эта барашница будет, простите, меня заклепала. Да, блядь. Что я заранее прыгаю? Ну да. Сейчас будет большая цепочка. Ух ты ж. Короче, да, сейчас просто. Мне хоба. Лоханется. А сами. Да. А вот это вот уже, да. Кроме того, запретили давать вам камни. Воздух, конечно, остался, но тут уж ничего не поделаешь. Ваш отсек будет заперт до прибытия в базинце. О! И чувака убил этого. Что-то сделает. В чем я... смысл? Ее перевязки. Тупо упал. Из этого интересуется просто из любопытства. Человек такой, блин, да ты надоел. Типа не имя Балин, а типа блин. Я на самом деле часто Балин, может, замечали. Это она получается та самая стена. Как они собираются туда въехать? Я думаю, что их в царстве земли разыскивают. Ты опять капуста уже не достаёшь? Настолько аж хуже. Ну ладно. А она неплохо. Какое низкое качество. Может, кстати, лучше прыгать, потому что ты дальше уйдёшь. Нужны ключи. Она если будешь прыгать. Хера себе. Сами, конечно, там MVP. Ситуация.